Да что эти чутки здесь делают? Игнать Иванович, когда сюда поднимается, он тут молится. 100 поклонов. Какая перышка. Вот они. Вы смотрите на голубок-то. Все вы перышки увидели. Вот они сидят. Гули, 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 гули. Ходите по доскам. Гули. И вот вас зовут. Гули, гули. Может, на тигру здесь делать? Да, я знаю. Сейчас. О, а там кормушка, видишь? Давай, Коля, залазь. Маша. Держись, Коля. Все, давай. Конечно. Ну и Маша, держись только. Ты высоты не боишься? Очень это высоко. Не очень? Залазь тогда побыстрее. Гули, 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 гули. Как я боюсь вообще? Держись. О, вставай сюда. Сюда это получается. Деревяшка, вставай. Давай, залазь. Ой, ой, бедный. Вот они. Гули, 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 гули. Поймала на лету. Что? На лету поймала. Девочка. А видите, какие у них гнезда? Там мы с Игнатьевичем делали, вон деревянные короба какие. Ага. Вот. Там двух. Них, наверное, эти голубята. А чего они так? Вот регулярно. Посмотрите, как их поят, то есть как тазики стоят. Вот видите? Вот здесь вот они воду пьют. Это у них тут зерно насыпают, вот они клюют, залазят. Это от мышек сделано. Специально, чтобы мышки не ели зерно на высоте. Видишь, мышка не допрыгнет уже. Все сделано. Вот они. Видишь, сколько их? Они любят гонять друг друга. Дерутся между собой. Ходить только по доскам и по балкам. Все. Потому что потолок может быть слабый. Провалишься туда. Егор хочет голубя собрать. Еще не хватает. Ты какой перо? Вот оно. О, добыча какая твоя. Егор. Костя, смотри. Смотри. У меня уравнение. Ну все, пошли. Пошлите, давайте. Нет, нет, зачем? А там что тебе там делать? Все, давай на выход. Выходите. Маша. Маша, выходи давай. Егор, где ты там? Шастал. Прося, подожди. Все вместе будем спускаться. Ну смотрите, вот они, вот над тобой деревянные короба, вот это гнезда, вот они. А где это белый захлопнулся? Кого? Белый захлопнулся. Какой белый? Кошка что? Да. Ну там оно в том углу, там внизу повисло на капкане. Да. Это вот у них леток, вылетает закрытый. А
не вылазит. Ну, класс. Вот эта вот деревяшка поднимается вверх, вон на веревочке она видна. И они сюда вылазят. Что, их не выпускают пока что? Пока нет. А как те два вылетают, голубя, белый и черный? Они никак не улетают, они на улице живут. Они решили свободно жить. А эти? Вообще ящерицы. Где ящерицы? Может, мышка? Вон какой голубь сидит. Пятнистый. Дядь Володя, смотрите на меня. Ой-ой-ой, серьезный индеец. Еще. Хочешь еще? Так, только по доскам ходить. Главное, чтобы не упало. Потолок слабый. Провалишься, окажешься на кухне за столом. Или в столовой. Ну все, пойдемте. Пошли на выход все. Коля, на выход. Маша, на выход. Вперед. Сперва мальчики, сперва девочки спускаются. Давайте. Подожди, фу, Машу. Машу пропустите. Мамочки, я боюсь. Если, если боишься, то не лезь тогда. Оставайся здесь. Ладно. Живи здесь. Так. Кукуруза. Мы тебя друг друга не толкать, Егор. Аккуратней. Кукуруза. Она ну-ка отойди, если отойди в сторону, отойди в сторону. Она склеванная. Держись, Маша, держись. А да, кукуруза. Держись, главное, держись. Ну как? Мои. Молитесь. Ну как мои перья? У тебя они даже не поставлены. Так что, о чем говоришь? Ну, кто следующий смелый? Я! А я про меня. Ух ты! Давай, Неста, держись тут. Только подожди, не торопись, пускай слезет. Какая красота! Да, тут красота, это то. Не смотри, слазь скорее, тут две люди ждут. Интересно там. Маша, слазь. Подожди, Маша. Держись, пусть слезет. Все, давай, Неста, пошел. Виктор Николаевич с Владимиром Юрьевичем. Давай, Егор. Ищи, ну не ищи, падай. Прекрасный интернет. Упадешь. Здесь интернет. Все, пошел. Держись только крепко. Ты мне подаришь перышки? Да. Да зачем они мне? Себе оставь на память. А что ты себе не берешь? Не надо тебе? Давай, постепенно. За ступеньки только держись, когда будешь слазить. Вот так вот. Во. Христом.